взять, такая интересная тема, оказывается. Я не обратил внимания, кстати, песок горячий. Сейчас, секундочку, я отсюда отойду, а то ноги прям горят уже. Мы, в общем, сейчас находимся на пляже, который вот здесь, мыс Афродиты, это называется это место. Я уже записывал видео поподробнее, так что смотрите. В данный момент хочу просто маленькую такую зарисовочку показать. Вот видите, вот эти камни лежат. Это не просто камни, это все камни, выложенные сердца. Вот смотрите, там сердца, вот эти все. Просто они уже немного разрушены. Посмотрите, это сердце, вот. Сердце, вот. Сердце, вот здесь сердце, вон там. Кругом. Сердечный пляж какой-то бы попали, одним словом. Везде сердца выложены. Вот, и кроме этого, вон на стенке, то на этом. Сейчас, секунду, надо отступать. Очень горячий. Так, тапочки я надену. Горячий очень пляж. Вот, смотрите. Тоже. Его дела. Все в сердцах. Вот. Пока все. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Кипр. У места, где по мифологии вышла Афродита из воды.